Всем привет! Сегодня я делаю себе холодильник, машину, такой вот из фанерки. Обклеил с одной стороны. Такая вместимость у него. Ну, примерно получается на 10 бутылочек 0,5 из-под воды. Делаю его чисто для поездки на море. Ну или за город куда-то ездить. Принцип работы у него, в принципе, простой. У меня сзади между сиденьями есть вентиляция для кондиционера. То есть эта вентиляция будет задувать как раз вот сюда. И, соответственно, внутри все будет охлаждаться. Так как погодка у нас сейчас до 30 градусов доходит и больше, а если поедем на юг, то там может все 35 быть. Соответственно, такой холодильник можно положить в скоропортящиеся продукты. Покупать за 6 тысяч сейчас какой-то холодильник автомобильный, ну, не очень, как бы, мне эта идея понравится, потому что ради одной поездки в год покупать за 6 тысяч холодильник — так себе идея, в общем-то. А сделать вот такой вот могу себе очень быстро. Для этого у меня уже есть станок. Делаю сейчас второй холодильник. Машину отцу. Машина у него, в принципе, такая же, салон такой же. Вырезаю такие вот листочки из фанеры. Нарезал уже. Сейчас такие отверстия. Потом это все склеивается, собирается. Себе решил еще обклеить пленочкой. Обклею еще здесь. Ну, в общем, с этой стороны обклею. Крышку переднюю. Можно наклеить что-то мягкое. Не знаю, ну, там, иголка, ну, это уже такое. Есть самоклеющийся вообще заменитель кожи. Кожзам, самоклейка. То есть, в принципе, на вкус и цвет, как говорится. Сейчас доделаю, когда покажу, как это вставляется и смотрится в машине. Думаю, если в кондиционере ставить на салон градусов, скажем так, 19-20, то холодильники, ну, думаю, может быть, опустятся как раз до 19, может быть, ниже, надо проверять. В любом случае, это будет теплее, по-моему, холоднее, чем просто положить в багажник или просто покинуть в салоне, потому что, обдувая вот такое вот маленькое пространство, кондиционер, естественно, быстрее это все охладит дело. Пока все, доделываю и сделаю видео, где уже непосредственно размещу этот автомобиль и проверю в деле. Так, ну, склеил, то есть обклеил весь свой будущий холодильник, не стал снизу обклеивать, внутри здесь так чуть-чуть, потому что здесь все равно закрывается, все это не видно. Короче, обклеил стороны, которые только видно. И что дальше планирую? Дальше я планирую внутреннюю часть обклеить вот такой вот штукой. Есть старая шторка на лобовое стекло, фольгизированная такая, внутри что-то типа такого поролона, ну, в общем, должны
уменьшить, так сказать, потерю холода. Всю внутреннюю часть сейчас обклею. Сделаю так, чтобы меньше было зазоров. То есть пусть он там уступает чуть-чуть. Ну, сейчас померю и будет видно. Так. Так, ну вот, показываю промежуточный итог. Разместил фольгу. Пока временно закрепил такими кусочками с наклейки. Сейчас все подтяну, постараюсь. Закреплю, подклею. Может быть, воспользуюсь вот такой вот скотч фольгизированный какой-то. Алюминиевая клейка, лента. Может, попробую его. Так, уберите отсюда. Все. Промежуточный итог показал. Так, ну что, обклеил. Это дело фольгизированной пленочкой такая. Шторка бывшая. Все приклеено. Как смог. Ничего не отдирается. Крепенько. Здесь уменьшил щели. То есть, когда воздуховод туда упадет внутрь, то щели по краям как бы должны быть минимизированный за счет этого. То есть вот так это все дело выглядит на данный момент. Ну, в принципе, можно устанавливать. Это первая версия такая моя. Такого холодильничка. Чисто ради того, чтобы раз в год съездить на море. Как я и говорил, здесь вмещается примерно 10 бутылок 0,5. Ну, или можно положить, например, молоко в дорогу детям, кашки варить, да и себе кофейку попить. Так вот это дело выглядит изнутри. Что, можно устанавливать машину, в принципе. Чем я сейчас и займусь. Так, ну вот. Установил я в машину, поставил мой импровизированный холодильник. Это детские кресла навалены. Неудобно, но с другой стороны, так как у меня здесь дети в креслах будут сидеть, он абсолютно никому не помешает. Даже ногами до него не достанут. Конечно, черный был бы, наверное, получше для салона. Менее заметный. Как я и говорил, можно даже кожу обтянуть, в принципе, все равно. Но это первый пробный вариант. И вот так вот это получается. То есть кондер, получается, задувает холодный воздух прямо в ящик. Соответственно, в ящик мы уже можем положить все что угодно. И здесь будет как минимум градусов 19, я думаю. Так как если мы на... У меня климат-контроль стоит. То есть если на климате ставим 20, то выдувается всегда чуть холоднее, чтобы 20 было в салоне. Поэтому, так как выдувается холоднее воздух, соответственно, в этом ящике будет холоднее, чем в салоне в любом случае. Так как маленькое пространство, в общем,
Обязательно. Ставлю свои комменты после поездки, пробы. Но в данный момент считаю, что должно получиться. В общем, кому будет интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Отзыв, естественно, я оставлю. Возможно, придумаю, что потом доработать, что изменить в этой конструкции. Так как это вообще пробный вариант холодильника от кондиционера. Надо было здесь логотип свой нарисовать. Ну да ладно. Пробный вариант кондиционера от... Фу, извините. Пробный вариант холодильника от кондиционера. Дешево и сердито. Как бы, так как станок у меня есть для резки, вырезал я сам, то себестоимость у меня получилась только самого ящика, ну, где-то около 300 рублей. Шторку нашел старую у себя, она, наверное, тоже рублей 150 стоит максимум. Может быть, даже дешевле, я думаю, дешевле можно найти в каком-нибудь Ашане, там, рублей за 100. И что тут еще? Пленка у меня валялась уже не первый год. Ее тоже приобрел для других целей, просто лежала уже без дела, наклеил. Чисто для того, чтобы было как бы не просто дерево, а какой-то более глянцевый вид. Но черный бы сюда подошел, наверное, лучше. В любом случае, как бы холодильник из говна и палок сделан. 300 рублей дерево, рублей 200 целый рулон пленки я купил. Здесь ушло у меня вообще там чуть-чуть. И старая шторка на лобовое стекло. То есть себестоимость всей конструкции, ну, я считаю, рублей 400 вообще там край. Самое дорогое здесь занимает отрисовка вот этого макета и этого ящика, чтобы все вырезы совпали, чтобы совпало там. Ну, в общем, чтобы ничего не мешалось, чтобы встал все ящик в нужное место. Если же макет есть, то резко значительно дешевле становится. Так, провел небольшой тест. Включил машину, поставил на 20 градусов кондиционер. Посидел тут минут, не знаю, 5-10. И смотрим. Опа, достаем градусник. На градуснике сейчас 16 градусов. Не знаю, видно вам, нет, не видно. Сказать лучше. Подсвечивает солнышко. Как-то так. 16. Ну, где-то 16-17 примерно градусов. Таким образом, холодильник во время работы как минимум работает. Во время работы машины, кондиционера. То есть смотрим, разница получается 20 между 16-17. Как минимум 3 градуса холодильник уже спасает. Все, оставляю здесь ящик свой, холодильник. И подписывайтесь на канал, отзывы. Пишите свои, что вы думаете, вообще будет ли работать такой холодильник. Нужен он вообще, нет. Ну, на постоянно я считаю, что он, конечно, не нужен. Но на разовую поездку на море очень даже полезная штука. Можно покидать туда много продуктов скоропортящихся. И они намного дольше проживут, чем просто мы кинем их в багажник или в салон машины. Все, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Всем пока и до встречи.